Ну вот, вкусняшку кушает, я принесла ему. Сейчас зайдем к родителям. Ну, ой, какая красивая. Высокая. Красота. Красота. Лепота. Вот мамина держится. Произведение искусства. Бархатцы. Ничего, один поднялся. Поднялся. Ладно. Пошла я. Заходим к родителям. Папа, привет. Папа кушает. Ладно, сейчас оденусь. Что, поплегче? Да не знаю, не. Нет? Да. Ну, Маш, пошел и обратно принес домой. Со всеми там. Васька вшивый. Вот это обработать. Сейчас обработаем. На операцию ребенку необходим 1 200 000 рублей. На операцию ребенка 1 000 000. Поскольку все сбережения ушли на лечение, вы можете помочь Никите, отправив СМС с любой суммой на номер 8888 или перечислить деньги на сайтах ren.tv и worldvita.ru. Сканируйте QR-код, чтобы получить более подробную информацию о мальчике на сайте фонда WorldVita. Зачем ты его здесь держишь? Нечаянно выгонишь. Что? А, ну да, это Галя. Потом. Что там? Терпит. Лучший вклад в Сбере до 18% годовых. Успейте открыть до конца июня. Какой послушный, да? Лучший банк для бизнеса. Отправляйте все платежи и переводы без комиссии. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке. Лучший вклад в Сбере до 18% годовых. Успейте открыть до конца июня. Что вы делали 3 дня назад? Если вопрос кажется тяжелым, может помочь Напи. Он способствует восстановлению памяти и внимания. Напи, чтобы голова работала. Только в Альфа-банке. Крутите барабан в приложении и получаете супер кэшбэк до 100% каждый месяц. А еще до 30% в категориях гарантированно. Если карты нет, закажите бесплатную дебетовую Альфа-карту. Не просто выгодно. Я никогда не знаю. Это у нас семейное. Он с нами дома и по пути домой. Даже когда папа на работе. Пока никто не видит. А что, маму видят все. Как баланс посмотреть? Что посмотреть?
И все это подключайте и вы телевидение НТВ плюс. Лучший вклад в сбере до 18% годовых. Успейте открыть до конца июня. Маша поможет в любую минуту. А я же ему муж. Когда положил, уже не помню. Карина семейная 27, поздравляю, вы выиграли сертификат. А, мы уже активировали его, да? Альфа-банк. Лучший работодатель России. Лучший вклад в сбере до 18% годовых. Успейте открыть до конца июня. Это мама. Этот абонент доступен до звонка. С усиленным составом для борьбы с головной болью и мигренью. Аскафен, когда болит голова. Ну что, попробуй в телефон. Да ну, я не знаю, куда делать. Он только отвечает. Просто здесь я... Да. Звонил? Во время обстрела города Шевченко со стороны украинских боевиков. А кто звонил? Новгородской области Вячеслав Волков. Да. По словам главы региона, ВСУ применили реактивную артиллерию залпового огня. Ранения получили трое мирных жителей. Им оказывается необходимая помощь. Ты его хорошо слышишь звонок, папа? Повреждения зафиксированы в 6 частных жилых домовладениях и 11 многоквартирных звонок домах. Хороший. Повреждены 9 автомобилей и линии электропередачи. Громкий звонок. Ну и чё? Кто тебе звонил? Я смотрю, одна мама звонила. Мирная жительница пострадала в Донецке из-за обстрела со стороны вооруженных сил Украины. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Националисты атаковали Петровский район города. Тяжелый, да? В результате удара в многоквартирном доме неподалеку выбило стекла. А что ты не... Российских военных наградили за освобождение очередей. Поехали через бойцы группировки в центр. Вот сюда нажимаешь. За отвагу и за храбрость. А что не разблокируешь? Вот у меня ее. Потом что, торопитесь? А надо... Раз и все. Потом вот сюда. Несколько мощных взрывов. Вот видишь, что люди нарисованы. Об этом сообщают. А вообще блокиратор убрать ему зачем? В небе были слышны звуки, похожие на пролет. А и вот единственное, что он может звонить куда-то. Минской, Полтавской и Днепропетровской области. В соцсетях пишут, что на некоторых объектах после взрывов начались пожары. Ранее на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Конечно, ему зачем блокировать? А он же в кармане его таскает, мам, не я, пусть лучше. Он звонить будет куда-нибудь. Сам телефон нажмет, и никуда надо. Ну это Егорька, значит. Страны большой семерки создадут фонд. Вот сюда нажимаешь. Да. Финансирование предусмотрено под залог доходов вот потом, замороженных активов России. А что, почему? США предоставят для фонда 50. Раз и два быстро. В него также вложится. Я и так делала. Раз. Канада. Украина будет расходовать средства на погашение западных кредитов. Ну чё? Вот на эту кнопку первую. Ну на эту нажимаю. Раз и два. Все, чё? Медики а выключили? Не знаю, у меня вообще тогда тоже не выходило. Сотрудники ТЦК не выпустили врачей из территории, завязалась потасовка. К зданию украинского военного комиссариата приехали другие бригады скорой, чтобы поддержать здесь своих коллег. Здесь контакты все.
Заминувшие сутки в Якутии потушили 10 лесных пожаров на площади почти 183 гектара. Также обнаружены 9 новых возгораний на территории свыше 31 гектара. Действующие пожары не представляют угрозы населенным пунктам. Об этом я говорю, папе надо в городе такой. Андрей Конопалев. Ну нет, раскладушку посмотри. Он уже привык к нему, раскладушку уже знает как. Какая разница? Больше всего пожаров отмечается в Алданском районе. Нормально. Районах. В каждом зафиксировано 8 очагов. Ну, конечно. Ты своего проекта, да? Мой тоже уже. Но у меня большой. Симка большая. А здесь маленькая симка. Мне надо все равно уже менять. Ну и что, канале папа как работает? На Черкасском бульваре столкнулись Мерседес и Шевроле. От сильного удара... Фонарик как работает? Нет, девушка во время ДТП сидела на пассажирском сиденье. Он зажала ноги. Спасателям пришлось вытаскивать ее конечно, с помощью специальных инструментов. Все, как я там делал. Шахбуза Давронова также лишили права управлять транспортными средствами на 2,5 года. Об этом сообщили в прокуратуре Луганской области. По данным следствия, он не выдержал безопасную дистанцию. Фонарик, вот он, сколько. Он врезался в сопровождающую велосипедистскую машину. После чего грузовик наехал водителей. В результате ДТП погибли две девочки, еще два куда ребенка его? И водитель машины получили тяжкие травмы. Напомним, авария произошла утром 7 сентября 2023 года на 59-м километре трассы Скандинавия. Назад его теперь. Ногтем. Раз туда. В Карачаево-Черкесии сотрудники МЧС спасли жизнь. Или нет, наоборот, потяни его так. Раз. Вот так. Вот так, ладони нажми. В составе туда вверх. Тяни. Вот так вот. Потом вниз обратно. 1880 метров так. Женщина сломала ногу. Вниз, вниз. О, потушил. Видишь? Более чем 40... Туда-сюда. Потом назад туда вниз. Папа вниз. Нет, вот и вот он. Вот не видите. Да, вниз. Нет, вниз тяни. Вот так вот. Бойцов не смогли 200 домашних пирогов. 12 июня доставили на передовую. Волонтеры Ленинградской области встречают День России на берегу Финского. Ну, сделали побольше, да, чтобы она упирала. Уже несколько лет участники движения помогают реставрировать объекты форта Красная Горка, который дважды спасал северную столицу от захватчиков. Вот это флаг российских политических отрядов. Все, проведала их. Пошла я домой. Турик. Турик. Погода вроде бы ничего. Ну. Турик, все, пока. Пока. Красотка, пока. Ладно, всем пока. Птички поют. Вон, жимолость. Ладно.